Бизнес-практика CMWP. Лето – традиционно горячая пора на рынке коммерческой недвижимости. За прошедшие полгода мы уже увидели и услышали о нескольких крупных сделках. И с большой долей вероятности мы увидим еще не и услышим не об одной сделке, которые произойдут до конца этого года. Что характерно и что отличает прошлый год от года нынешнего, то что в этом году все меньше и меньше сделок с участием иностранных инвесторов, которые вынужденно выходят из России. То есть в этом году преимущественную роль играют российские инвесторы и российские собственники. Если говорить о сегментах, то традиционно высокий спрос сохраняется на складскую недвижимость, где ставки капитализации уже несколько периодов сопоставимы с премиальными ставками капитализации в офисной и в торговой недвижимости. При этом и офисы, и ритейл постепенно восстанавливают интерес со стороны инвесторов, хотя сами инвесторы достаточно осторожно относятся к данным сегментам и более взвешенно, что ли, оценивают инвестиционные возможности и потенциал этих проектов. Тем не менее, опять-таки, с большой долей вероятности мы рассчитываем увидеть рекордные показатели в рублевом эквиваленте по итогам этого года. Более подробно об этом мы можем поговорить и рассказать об этом в рамках наших мероприятий, в частности, Market Beat, который состоится в ближайшее время. Бизнес-практика CMWP.